Ассоциация университетов самоопределившихся государств была создана в 2007 году. Изначально в нее вошли вузы Приднестровья, Южной Осетии, Нагорного Карабаха и Абхазии. Мы встречаемся на разных площадках, проводим съезды этой ассоциации. Были в Степанакерте, в Цхинвале, в Тирасполе, у нас, естественно, много раз. Различные международные конференции и так далее. И вот площадкой для подведения итогов за прошедшее время, что было сделано, является сегодняшняя онлайн-конференция. На конференции выступили студенты и преподаватели Абхазского государственного университета. В качестве почетного гостя мероприятие посетил премьер-министр Абхазии Артур Миквабя. На самом деле, расширение связи, укрепление, обмен мнениями, это, естественно, повышает уровень преподавания, повышает квалификацию тех, кто выходит из наших вузов. Участники конференции не смогли обойти стороной тему вооруженного противостояния в Нагорном Карабахе. Ректор Арцахского университета отметил, что сотрудники вузов взволнованы, боятся за жизни студентов, а также опасаются возможной эскалации конфликта. Ну, естественно, мы остановили сегодня и почтили память тех, которые погибли, абсолютно невинные люди. Я говорил о том, что большая диаспора армянская в Абхазии, есть и азербайджанцы. Немедленно надо это остановить. И, значит, предпринимаемые Россией меры, уверен, они приведут к нормальному результату. На основании отчетов о данной онлайн-конференции Президиум Ассоциации вузов новейших независимых государств наметит план действий на ближайшее будущее. Надежда Боровикова, Турни Камичба, Абаза ТВ.